Во вторник утром в южном пригороде Дамаска прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, теракт произошел на контрольно-пропускном пункте на въезде в квартал Сеида Зейнаб, в котором проживают преимущественно мусульмане-шииты. Как заявили службе безопасности, взрыв устроил смертник в заминированной машине. При этом военным удалось задержать второй автомобиль со смертником, которому удалось проехать через КПП внутрь квартала. Точная информация о пострадавших и погибших пока нет. Еще один теракт произошел возле здания энергокомпании в Хомсе. В квартале Аз-Захра взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. По предварительным данным, жертвами этого взрыва стали два человека, еще 40 получили ранения.